понравился. Растягивай удовольствие. А ты будешь заказывать? Понял, что не голоден. Прости, друг написал. Самый лучший. Ладно, потом перезвоню. А ты, значит, кошатница. Ой, да, еще какая. У меня ориентал. Общительный, ужасно, с рук просто не слазит. Знаешь, он когда есть хочет, орет, как ребенок. Вообще, я кота не очень хотела. Его бывший завел. Сам свалил, а кота оставил. Хорошо, что кота, а не младенца. Да, животное это да. Да. А у тебя кто-нибудь есть? Прости. Не отстанет. Да. Я на встрече. На важной, да. Что? Братан, не делай этого. Я тебя прошу, ничего там не подписывай. Дай. Хорошо, я приеду сейчас. Все, все, я ракета. Хорошо, все, давай, мчу. Прости, там форс-мажор. Братан встрял. Это же даже не твоя лексика. У тебя там будильник стоит, чтобы свалить? Я тебя прекрасно понимаю, я сама так делаю, но я хотя бы симулирую, чтобы не обижать парней. А ты даже не репетировал? Нет, я репетировал. Кирилл, мы на 8 договорились, но я вот пораньше освободилась. Ира? Ленка. Да ладно? Привет. Привет. Как ты вообще? С кем на связи из школы? Да почти ни с кем. Так только по фоткам слежу. А вы вместе учились? Да, в параллельных классах. Ага. Кстати, звоночек-то прозвенел, мы тебя не задерживаем. Да нет, ну, я понимаю. Ситуация двойственная. Я не хотел, чтобы так неловко получилось. А как ты хотел? В этом районе только одна школа. Мы еще кого-то ждем? Будет встреча выпускников? Не подумайте, я не такой. Просто, ну, оврал на работе. А офис наш вон. И ты придумал, как повысить продуктивность? Нет. Ну, да, придумал. Да. Свидание — это как собеседование. Одна минута, и все понятно. Нет, хорошо, не минута. Увидеть человека, оценить невербалику — это минута. Поболтать — еще 10. Ну, на 10 минут выдергивать неудобно, поэтому округляем до получаса. Но чтобы добираться было всем удобно, я сузил радиус поиска до 2 километра. Но переговорка вовремя не освободилась. Нет, ты слишком рано приехала. Какой ужас, прости. У меня, как у всех, есть красные флажки. Это сразу нет. Есть зеленые. Задаю контрольные вопросы, делаю выводы. Вот ты пунктуальная. Это плюс. Мне зачет. А мне, получается, неуд и на пересдачу. Какая пересдача? У тебя котик от бывшего. А я прошла в следующий раунд. Здравствуйте, 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 с вами я, то есть Кирилл, а это значит, мы на шоу «Естественный отбор». Кто сегодня заберет главный приз, а кто продолжит спать с котиком? Узнаем буквально через несколько минут, а пока познакомимся с нашими претендентками. Итак, Ирина живет в Жулебино, любит пораньше уходить с работы. Елена тоже из Жулебино, обожает десерты и ставить мужчин в неловкое положение. Съемку остановите. А с чего ты взял, что я буду играть? Да ладно, по фану. Может, узнаем, чего хотят столичные мужчины. Итак, тема сегодняшней игры. Тигрица в постели. О, стремительно. Завтра будет лучше. Пить или не пить? Драмы, оккультуриваться надо и ролевые игры. Ирина, выбирайте первый. Оккультуриваться надо за 200. Отличный выбор. Ваш план на вечер – полежать звездочкой, но бойфренд сделал сюрприз – билеты в театр. Модная постановка, скандальный режиссер. Что выберете вы? Полежать можно и в обнимку, а билеты родителям. Елена! Искусство требует жертв. Сходим в театр, оскандалимся. И это правильный ответ. Играем с Еленой, выбирайте. Давайте ролевые игры за 200. Итак, расстаетесь вы или расстаются с вами? Ну, у меня в жизни 3 правила. Не тяни кота за хвост, всегда бей первый, и что прошло, то закончилось. Но это жестокий ответ. Ирина?
Нет какой-то системы. Бывает, ты ешь медведя, а бывает, он тебя. Это справедливый ответ. Выбирайте. Драма за 500. А в чем вопрос? Никаких драм. Елена? Давайте тигрица в постели. Это я умею. За 1000. О-о-о-о-о. За 1000 мы будем играть только, когда начнем доверять друг другу. Ну, хорошо, тогда за 200. На каком свидании должен быть секс? Ирина была первой. На любом. Когда оба этого захотим. А если мы захотим через год? Значит, через год. Елена. Не раньше 3-го. Но и не позже. И это правильный ответ. Серьезно? Ну да. Может показаться, что я люблю спонтанность, но я люблю правила. Елена. Я уже как-то вошла во вкус. Давайте тигрицы в постели за 500. Секс после ссоры. Да, нет. Собственный вариант. А разве тут может быть правильный вариант? И для кого он правильный? Для меня. Это же тест на совместимость. Ну тогда у нас тоже есть к тебе пару вопросов. Да. Воу! Вопросы от претенденток. Моя любимая рубрика. Делайте ваши ставки. Иду ва-банк. Нет, ну а какая разница? Не на коров же играю. А на что? И это лучший вопрос. Главный приз. 32 года. Собственная жилплощадь. Красный диплом. Интеллектуал. Руководитель отдела. Холост. И очень горяч. Класс. Но я лучше с котиками. А знаешь, ты прав. Это твой системный подход, твои допросы, расспросы. Многое о тебе говорят. Слушай, ты была в финале, могла победить. Борись. В этом тухлом шоу нет победителей. Жалебина маленькая. Еще увидимся, Ир. А ведь прям рядышком шли. Отставание буквально на полкорпуса. Носик к носику. Но я болел за тебя. Я это почувствовала. Ты мне сразу понравилась. Одна минута, и все понятно. А почему ты не сказал? Правило есть правило. А мама мне говорила, что есть только одно правило. Не встречаться с козлами. Почему козлами-то? Просто люди. Ну, я уже не мальчик. Мне уже делали больно. А ты? И я. Но мне чаще. Да меня юзали. От меня девушка ушла. К бывшему. Ха, пошла покормить хомячков. Кормит до сих пор. Слушай, я просто не вывезу еще одну драму. Поэтому я хочу договориться на берегу, чтобы никаких этих обманов, ложных обещаний, совместных животных. Эти вопросы, они про меня. Правда? Я знаю, как это смотрится со стороны. Да, самонадеянный пикапер, который придумал свою систему какую-то, часики у него тикают. Но я не маньяк из Тиндера. До 3-го свидания мало кто доходит. А у нас с тобой есть все шансы. Ты же тоже это почувствовала, да? Извини. Подруга звонит, лучшая. Да, привет, Кать. Давай только быстро, я на встрече. Чего? Да ладно. Любимка, держись. Извини. Только ничего не подписывай, ради бога. Все, я уже лечу к тебе, вызываю такси. Чтобы не париться, кому и что во мне. Опять не нравится, кому и что во мне. Хочется поменяй. Опять что-то не то сказал. Опять должен был сделать сам. Опять я думал, но проиграл.